Случалось, помню, в дни войны не раз. Тот час, когда в родном селении где-то свершала мать обычный свой намаз, нас в бой звала сигнальная ракета. Молилась мать, молила за меня, чтоб я домой скорее воротился, чтоб невредимым вышел из огня, и луч надежды перед ней светился. Лилась молитва там, в родном краю, на поле боя кровь моя спекалась, и, может быть, отчаянность в бою с молитвой матери соединялась. Сгорали в мире города дотла, друг с другом целые народы бились. Кровь сыновей людских текла, текла, а матери молились и молились. И как бы ни менялись времена, случалось так от века и до века. Молитва сотворялась, шла война, свидетельствуя, как трудна жизнь человека. Кайсын Кулиев.